12 апреля. Видите красную шапочку? Это первый признак, что тепло и весна. Говорил же я в прошлом влоге, что будет тепло, да? Вот и стало солнце. Че, он за тобой привязался, что ли? Красивый кот. Симпатичный кот, да? Обжариваем фарш, морковка, лук. Тут у нас свекольник готов. Это грудка из свекольника готовая. Это фитнес-плюшки мои. Какао сюда побольше сейчас добавил уже. Мед, мука, овсянка, яйца. Можно изюм еще добавить, корица. Так что вот такие плюшки. Кстати, масло я не добавлял. Все в своем соку. Заливаю томатом. Посолили, поперчили. Чесночка сейчас добавим. Замочил горох. Отрезал по краям лаваш. Это на пергаментной бумаге я еще печенье готовил. Ну вот эти кусочки я потом тоже задействую. Отварил горох и распределил первый слой. Накрываю следующим слоем лаваша. Этот слой нужно промазать немножечко еще. Здесь яйцо взбитое. Теперь еще один слой идет фарша. Накрываем еще следующим слоем лаваша. Так, ну что, вот эти остатки я сделал. Творчество маленькое. Теперь в духовку, чтобы поджарился. Ну и вот конечный результат. Все пропеклось хорошо. Это будет на вечер ужин. А это я себе приготовил салатик. Яблоки, яйца, морковка и икра. Салат я буду кушать после 16. Это будет первый прием пищи. А так, готовлю потихонечку. Супруга в Индии, целый месяц ее не будет. Благо, дети помогают, убирают посуду. Уроки делают сами, я их не проверяю. По-моему, папы не, все такие, никто не проверяет детей, как они уроки делают. А так, пока держимся, уже скучаем. Аня, Оскар. Сколько лет, сколько зим. Мы не виделись. Салют мне, да? Да, я смотрю, ты там один без жены, решила тебе скрасить компанию. Молодец. Готовишь что-то. Тем более ты пропал что-то, ну. Ты будешь участвовать в биомарафоне? Вот, кстати, ты мне напомнил, надо зарегистрироваться, да? Там платное участие, знаешь, да? Да. От 4000 и выше. А ты зарегистрировался? Ты зарегистрировался? Я вот зашел на сайт, я еще нет, не зарегистрировал, хотя вот неделю назад, что решил вот 10 километров пробежать. Десятку? Десятку. Ну, серьезно решил? Да. Не, серьезно, это 40 с лишним, 10 это еще... Не, десяточка для тебя, ты же только начинаешь, это нормально. А ты будешь 40? Ты готов на 10, да? Вот мы сейчас пробежим по тому маршруту. Я тебя почему с собой взял? Ну давай, сегодня, значит, будет предварительный контрольный такой зачет. Ты сколько? Ну вот сама схема 10 километров. Это где ты хочешь стоить? Вот старт это с триатлон парка. Да. Вот где Music Hall, я так понял. Ты возле чего что-ли будем бежать? Наверное. Да, по-моему. Смотри. Вот 5 километров без Кабанбай Батыра. 10 нажимаю, Кабанбай Батыра появляется и мост. Это что значит, он не бегает, да? Я это знаю. Вот здесь вот тяжело пробежать, я не знаю, где ты там будешь. Да, я тоже не знаю. Может, под мостом? Под мостом, да. Обычно здесь спускаются с моста, и по набережной бегут. По-моему, здесь спускаются вниз и так вот, да? Ну, что гадать, попробуем. Давай посмотрим. Мне как раз и интересно такие маршруты, где еще не было, что-нибудь попробовать. Я его сейчас отговаривал, он нет, говорит, десятку все равно пробегу. Мне кажется, все-таки надо хотя бы 5-6 там пробежать. Готовиться после такого периода затишья. Но образа жизни, скажи. Настроил, ладно, побежим. Включаем страву. Пятница 13, поехали. Да? Да. Thank you.
Приезжали, встретили художников. Картина такая, со стороны видел. Добрый день. Супер. Нурбулат. Нурбулат? Что, давно рисуешь уже? 7-8 лет где-то. 7-8 лет? Где ты выставляешься? Выставляемся, но этот редко выставляемся. Редко, да? Да. Чисто для себя, для творчества. Для себя? Да. А, молодец. Развлекаемся иногда. Я тоже рисую. Тоже у меня есть, я массово рисую. Пейзаж обалденный, сейчас весна как раз. В данный момент на этот, в Казахстане, знаете, вот, Шабыт. Шабыт, Казахстанный, да? Казахстанный, да, 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 да. Там, там ваша работа. Да. Чистенько, аккуратно. Туалеты простояли всю зиму. Значит, их надо устанавливать побольше. Выдержали? Вопреки хейтерам, которые писали, что эти обгадят, испортят. Стоят, зиму продержали. Можно еще ставить. Здрасте. Велосипед подготавливаетесь с вами приехать? Можно, да, конечно. Цепь с лесла подтянуть, замазать, сколько будет стоить? Ну, тоже тенге 500, наверное. Вообще, 500, да? Сервис, в общем, 3000, это смазки там, тросиков всех, ну, настройка. Тенге, да? Да, да. А со скольки до скольки? Какой? Показ 11 ну, часов до 8. Это еще такой зимний период, еще когда лыжи были. Ну, а летнее время будет часов с 5 до 11 тенге. Полчаса 750 тенге. Кажется, погода отличная. Выходите из дома, катайтесь. Все, маршрут закончен. Сейчас посмотрим, сколько пробежали. 7,1 километра. Название бегу «Пятница 13-е» назову. Пятница 13-е.